Добрый день, дорогие друзья! У нас в рубрике «Кухня» сегодня особенный день. Мы будем с вами дома делать блюда на аэрогриле, будем запекать все и готовить любые блюда с одним лишь нажатием кнопки. Напечем, намелим фарша, ну и, конечно, блинов нажарим на целую свадьбу вместе с нашим шеф-поваром Романом Степаненко. Точно, фарша напечем, а Лена Шептунова будет все проверять, но доверять. Ну и при этом я буду делать не одна. Сегодня у нас гости, сегодня у нас эксперт от бренда великолепная Марина Оганесян. Здравствуйте, Марина. Дорогие друзья. Я, да, конечно, как всегда, не с пустыми руками. Самыми выгодными предложениями и с подарками. Каждому подарку. Сегодня у нас идет супер-мега вот такой вот фирменный фартук. Ну и, конечно, сегодня у нас распродажа специально от бренда Redman. У нас сегодня праздник. Марина, ну расскажите, что такое бренд Redman и чем он так знаменит? Бренд Redman – это международный бренд-производитель высокотехнологической техники и гаджетов. У нас более 35 странах продается наша техника. У нас более 20 международных представительств и более 27 миллионов домохозяйств в России уже владеют техникой Redman. Это только в России. Выбирайте для себя, да, вот такие. А у нас и награды, и известные бренды, и выставки сегодня, все для вас. И все это сегодня у нас по лучшим ценам специально для телеканала Shop & Show. Ну а прямо сейчас, раз, два, три. Поехали! Начинаем печь блины. Вот знаете, вот сколько я уже замужем, 25 лет, каждую субботу у нас блинчики. И все равно первый блин всегда кума получается. А с блинницы от компании Redman ни на кого не получится, ведь это настоящее кулинарное волшебство по самой уникальной цене распродажи. Представьте только, на этой блиннице мы можем жарить абсолютно любые блины. Хотите классический? С удовольствием. Ради бога, можем пожарить клубничные блины. Тоже классно. А шоколадные блины, да, это просто восхитительно. И что самое главное, ничего не пригорает, ведь здесь есть усиленное антипригарное покрытие. А самое главное, что она беспроводная и удобная, да, кстати, в управлении. Ну а для меня самое главное, что у нас сегодня распродажа и уникальные продукты от бренда Redman мы получаем за 999 рублей. Это наша блинница, кулинарное волшебство. Вот я считаю, что блинчики, которые мы пожарили, это и есть настоящее кулинарное волшебство. Абсолютно с тобой согласен. Но я хочу разобраться, почему так легко жарить блины на этой блиннице. Во-первых, антипригарное покрытие, соответственно, благодаря которому мы жарим блины без опаски, что что-то прилипнет или пригорит. Отлично. Во-вторых, мощность этой блиницы позволяет с легкостью быстро жарить блины. Третье. Беспроводная, то есть мы совершенно можем пользоваться с легкостью блинницей в любом абсолютно месте. То есть взяли, принесли в комнату или с собой на дачу. Удобно, надежно, комфортно. Но теперь давайте еще говорить так, как мы раньше жарили блины. Первый блин был всегда комом. Конечно. Потом был. После всего этого что мы еще делали? Раскатывали тесто, да, по всей блиннице. А теперь сейчас вот так вот, с помощью одного движения отпускаем блинницу в тесто и все. Чем дольше держим, тем блин, соответственно, получается толще. Тем более, теперь нету никаких брызг, никаких неровностей. Все блины получаются одинаковые. Слушайте, я самое главное смотрю, что масла не нужно и нагара нет. А ведь это всегда бывает, что я, например, когда жарю блины дома, знаете, у меня столько нагара от масла. Муж говорит, что я как ежик в тумане на кухне стою. А здесь, посмотрите, блинчики ровные, с пылу с жару, никакого нагара, никакого масла. А значит, можете жарить блины прямо у себя в гостиной перед телевизором. При этом у нас с вами распродажа 999 рублей. В комплекте вы получаете устройство, подставку, емкость для блинов, вы получаете лопатку и книгу с 20 авторскими рецептами от специалистов бренда Redman, которые специально проверенные и которые специально сделаны для вас. Я хочу предупредить вас, что за первый эфир у нас продано более 190 блинниц, и счетчик уже продолжает расти, скоро включат обратный, поэтому если вы хотите успеть выбрать для себя блинницу, кулинарное волшебство по цене распродажи, звоните уже сейчас. Звонки бесплатно с любой точки России. Конечно, вы, наверное, все уже заходили на сайт бренда Redman. Давайте еще раз это сделаем и посмотрим, сколько стоит от производителя наша блинница. Марина, я не верю своим глазам. Это официальный сайт бренда Redman и цена на 1995 рублей. Конечно, да, это официальная наша цена. И только сегодня, только сейчас, в день бренда Redman,
здесь, для телезрителей телеканала Shopping Show, вот такие уникальные скидки. Леночка, ты знаешь, на самом деле, по секрету скажу, что я уже несколько штук на подарки заказала. О, это здорово. Потому что уникальная цена. Конечно. У вас. То есть ты, значит, представитель бренда Red, а заказываешь блины на нашу Да, потому что именно у вас такое классное предложение. Я так даже не могу. Знаешь, мне нравится, что компания Redman всегда идет к нам вот с таким вот позитивом, да, всегда дарит нам самые выгодные цены. Обратите внимание, непосредственно потому, что мы еще работаем напрямую с производителем, мы всегда имеем уникальные цены, но такой цены нету даже у самой компании Redman. Конечно. Эта цена эксклюзивно для телеканала Shopping Show. Эксклюзивно только для телеканала Shopping Show. 999 рублей. Успейте дозвониться прямо сейчас и оформить свой заказ. Ребят, а вот расскажите, пожалуйста, вот у меня моя младшая дочь Настя, она, когда я стряпаю блины, постоянно ко мне подбегает. Но мне страшно, например, ей доверить горячую сковороду. Могу ли я ей доверить нашу блинницу кулинарное волшебство? Вот проблема в том, то, что ты стряпаешь блины, а здесь мы их жарим. И жарим с легкостью. Марин, расскажи, насколько безопасна сама блинница? А вы посмотрите, вот я держу блинницу в руках. Я держу голыми руками. Причем горячая. Видите, у меня нет никаких перчаток. Это мои натуральные руки. Вот, у нас специальный пластик, который термостойкий, он не нагревается. Он вот здесь вот еле теплое, и то, это, наверное, от поверхности жар чувствуется. Угу. Ты, сама, кстати, ручка, покажи она сразу, холодная, что она горячая. Абсолютно холодная. Опусти ее в тесто. Я не буду уж совсем. Да, вот у меня моя блинница, которой я, собственно, здесь пеку блинчики. То есть мы можем ее использовать. Даже дети могут. Да, то есть можно даже детям использовать ее. Готовят у нас тоже блинчики. И не боятся. Ну, моя дочка всегда хочет со мной что-нибудь действительно покулинарить и волшебство какое-то создать. Сегодня легко можно это сделать с помощью блинной сковороды, вот такой блинницы, кулинарное волшебство. Ну и, кстати, насчет подарка, это отличная идея, потому что, ну, давайте посчитаем, что можно приобрести за цену 999 рублей. Да ничего. А тут мы дарим возможность выпекать блины на целую семью, возможность пригласить всех своих близких и, конечно, угощать вот такими блинчиками фаршированными. Хотите с начинкой, хотите без. Разные блины, 20 рецептов, книга идет в комплекте. Итак, более 400 заказов уже оформлено. Слушай, вот давай говорить так, да, вы, женщины, всегда смотрите в первую очередь на сцену, на сцену тоже. Мы сейчас прям как на сцене жарим блины, ты знаешь, я тоже провожу часто мастер-классы и чувствую себя прям сейчас как на сцене, потому что удобно, легко жарить вот различные блины, очень классно получается, самое главное, что все блины красивые и одинаковые. И при этом не надо стоять у плиты. Вот, когда мы стоим возле плиты, вокруг жарко, да, брызгает масло и так далее. А здесь мы жарим блины, обратите внимание, без масла. Вот у меня нет на сковороде, на блиннице, да, правильно говорить, нету ни капли масла. При этом я просто-напросто беру вот так вот, переворачиваю в тесто и жарю блины. Причем сладкие блины с клубничным джемом. Ну, и это более здоровая еда, потому что мы используем меньше масла. Мы масло кладем только в тесто, чтобы у нас были более эластичные блинчики. Ну, давайте все-таки разберемся, что у нас идет в комплектации. Во-первых, у нас идет сама блинница, да, то есть блинница, на которой мы жарим блины. К ней идет специально электрическая подставка, которая нагревает основную массу. Вот плюс у нас в комплекте идет вот такая вот лопатка, чаша для теста и плюс еще книга рецептов. Конечно, книга авторских рецептов от экспертов бренда Redman, которые тестировали прямо вот именно на этой блинице. Успейте дозвониться прямо сейчас. Успейте выбрать для себя, для своих близких в подарок блинницу кулинарное волшебство, пока у нас действует такая цена. Это распродажа. Вот полный комплект, который к вам придет. Но это еще не все. С каждым заказом вы получаете еще и фирменный фартук от бренда Redman. Дарите себе кулинарное волшебство. Забирайте своих друзей, своих гостей за одним столом. И когда вы печете блины, вот давайте вспомним честно, что получается. Во-первых, ром. В поварешку мы не знаем, сколько ровно теста взять, потому что каждый раз блин получается то тоньше, то толще. Во-вторых, первый блин вот так вот мы всегда выбрасываем в мусорное ведро. Он прилипает.
Сковороду нужно мыть, это затраты, это расстройство. Зачем нам это надо с вами, когда сегодня мы об этом, обо всем забываем, а выбираем наоборот для себя блинницы кулинарное волшебство от бренда Redmond, и каждый блинчик с пылу с жару одинаковый, красивый, прожаренный, да еще и 20 рецептов вы получаете, и все это за 999 рублей. Да, у нас распродажа от бренда Redmond, у нас сегодня уникальные цены. Мы сегодня заходили на сайт бренда Redmond и смотрели, какие цены там. Вы пропустили? Давайте сходим еще раз. Вот он, официальный сайт бренда Redmond, и цена, обратите внимание, 1995 рублей. Мы сегодня экономим целую тысячу и приобретаем гораздо больше. Приобретаем возможность угощать наших любимых вкусными, сладкими, свежими блинами с пылу с жару прямо к столу, к чаю. Успейте дозвониться прямо сейчас, получить для себя скидки от бренда Redmond и подарок. Посмотрите, вот такой фирменный фартук вы получите абсолютно бесплатно. Итак, 55% скидка. А я хочу спросить у Марины. Марин, скажите, пожалуйста, какая-то гарантия есть на все эти электроприборы? Да, конечно, у нас есть гарантия на всю нашу технику. Мы отвечаем за наше качество. И у нас гарантия 1 год на данную блиницу. Слушай, знаешь, что вот я, кстати, обратил внимание? Ты жаришь блины с двух сторон. Как это делается по классике? Я же жарю блины с одной стороны. А я по-разному жарю, Ромочка, да. Ты не заметил. Нет, я просто хотел сказать на самом деле о том, что блиница позволяет жарить что так, что так. Даже с одной стороны, когда мы жарим блины, она их полностью пропекает. И это, кстати, еще одно такое дополнительное удобство. При этом посмотрите, какие красивые, яркие блины получаются. Они равномерно прожарены, они получаются одинакового колера. Это очень удобно. Причем, смотрите, я пожарил только с одной стороны, а блин уже готов. Да, а еще очень удобный размер блинов. Да, вот согласен. Я тоже дома методом экспериментов, конечно, выяснила, что 20 сантиметров – это самый лучший вообще размер блинчиков. И это подтверждают наши эксперты, эксперты нашего бренда. Да, у вас есть 20 рецептов, книги рецептов, которые придет к вам вместе с блинницей «Кулинарное волшебство». Вы, кстати, можете придумать свой собственный рецепт прекрасно и позвонить и рассказать его нам прямо сейчас. Но самое главное – дозвониться и оформить заказ, потому что ведь у нас эксклюзив и очень ограниченная партия наших блинниц «Кулинарное волшебство». Вы только представьте, что 560, уже больше. Я не успеваю следить за счетчиком сегодня. Не следи за счетчиком, следи за блинами. Вот жари лучше блины. Чем больше нажаришь, тем больше у нас будет блинов на чаепитие. А можно я прямо сейчас уже начну пробовать? Да пробуй, я уже один съел, да. Кстати, очень вкусно. Я тебе так скажу, когда первый раз я увидел эту блиницу, да, я засомневался, честно тебе скажу. Потому что в чем были сомнения? Ну, как-то я привык жарить на сковороде. Но я тебе скажу так, я занимаюсь выездным обслуживанием, то есть у меня есть выездные мероприятия, и мы делаем тоже разные блины, особенно на масленицу. Вот, в итоге я обратился к Марине, она мне дала на тест 3 блинницы. За час на 3 блиницах мы нажарили более 500 блинов, представляешь? 500 блинов? Да. За сколько? Да. За час. За час. Я, кстати, в этом плане сэкономил на зарплате поваров. То есть мне нужно было на одного повара меньше. Просто. Это очень удобно. И более того, я замечу, что у нас часто небольшие кафе и фирмы берут наши блиницы, чтобы печь это блинчики у себя. Я говорил уже, берите 3 или 5 и открывайте свой бизнес. Дома нажарили блинов, во дворе продаете. Да, слушайте, ну надо просто набирать прямо сейчас наш бесплатный номер и выбирать для себя, для своих близких, конечно, для всей своей семьи блиница «Кулинарное волшебство». Что пока действует такая цена? 999 рублей. Ваша экономия 1200. И блинница остается гораздо меньше, чем уже заказано. Поэтому успейте дозвониться. 300 блиниц всего остается на всю страну. Правильно. Поэтому, друзья, торопитесь. Но давайте поговорим, чем эта блиница все-таки так уникальна. Во-первых, антипригарное покрытие. Это очень удобно. Блины не пригорают. Это очень классно. Даже если мы используем клубничные блины, как мы делаем, или шоколадные, или даже блины с припеком, как я сейчас делаю, обратите внимание, просто с легкостью вот так вот снимаем, блин полностью равномерно прожарит, вот так вот складываем. Очень удобно. И вот такие вкусные, яркие блины у нас получаются. Ну а самое главное, что можно доверить даже ребенку вот такую блинницу и не бояться, что она обожжется. У нас абсолютно безопасная блинница от бренда Redmond. Для тех, кто к нам только что присоединился.
если подключился. Сегодня у нас уникальный день в рубрике «Кухня». У нас день бренда Redmond и распродажа. Вот эта блинница сегодня с устройством, с самой блинницей, с подставкой, с емкостью для теста, с лопаточкой и с книгой с 20 авторскими рецептами уйдет сегодня к вам за 999 рублей. Плюс подарок вы получаете от нашего телеканала и от бренда Redmond. Фирменный фартук. Вот знаете, статистика сейчас такова, что заказывают по две блинницы. Дозвонитесь и вы прямо сейчас и оформите свой заказ. Ты знаешь, а я вот тебе скажу так, что две, мне кажется, тоже мало по такой цене. По сути, мы получаем, если мы берем по старой цене, то мы получаем две блинницы в подарок. Да? То да. Блинницу и блинницу в подарок. Плюс еще все равно скидка получается, дешевле. Но давайте так, две взяли себе, одну для мамы, одну для тещи. И вообще слушай, какой ты уже 3000 экономия. Да, и все равно экономия получается. Но это самое главное. Посмотрите, что можно купить в магазине за 999 рублей. Ну, какой подарок? А сегодня мы дарим, во-первых, эксклюзивное такое устройство от бренда Redmond, да еще и по эксклюзивной цене. 55% скидки. 1200 рублей ваша экономия. Да при этом еще у нас 20 рецептов. Какие блины мы можем еще стряпать? Абсолютно любые. Вот смотри. Смотри, мы сейчас делаем разные блины. Абсолютно у Марины, соответственно, классические блины. У меня блины клубничные. У тебя же блины шоколадные. Пожалуйста, любые блины. Хотите блины со шпинатом? Блины да? Свекольные, да, я знаю. Ты шпинат да, очень я любишь. Очень люблю. Вот. Причем, что самое интересное, можно прямо на сковороде добавлять начинки. Вот у меня есть здесь творог с шоколадом. У тебя есть сыр с ветчиной. Добавь. Будет да, очень давай. Вкусно. Ой, какие получаются. Ну, вот, смотрите, миллион самых разных блинов вы сегодня сможете испечь на нашей блинице кулинарное волшебство. А самое главное, что нет нагара. Она переносная, можно забрать с собой на дачу, на какое-то мероприятие. И, пожалуйста, угощать всех блинчиками с пылу с жару. Тем более, что у нас и гарантия один год, и распродажа. И более того, что... это международный бренд, которому доверяют и российские, и более 27 миллионов российских домохозяйств, и еще немеренное количество европейских домохозяйств да вы что, по всему серьезно? Миру. Да. Вот, смотрите, международный бренд. Весь мир доверяет. Это международный бренд. Тем более, что мы проверяем все на ваших глазах. У нас наши блинницы раскалены. Мы печем блины. Но вы видите, что нет этого нагара. Нет дыма. Никакого мы сами, дыма можно... и нету брызг от масла. Да, а вот смотрите, сколько можем мы сегодня наготовить вот таких вот вкусных блинов без капли масла. Перед нами, при этом, да, при этом же мы все общаемся сейчас, мы не торопимся. Все, что мы делаем, это просто окунаем, ждем, когда блин поджарится, и все. Даже ребенок справится. Но мне кажется, ребенок с удовольствием. Вот, знаете, очень часто хочется детей наших отвлечь от каких-то гаджетов. Они настолько к ним прилепились. Да, в телефонах, да. В планшетах. А вот когда да. я зову дочку что-нибудь вкусненькое постряпать, испечь, она с удовольствием ко мне прибегает. И сегодня ваши дети, ваши внуки вместе с вами будут стряпать блины и угощать всех своих родных. Ну и, возможно, даже, может, одноклассников или в детский сад понесут. Почему бы и нет? Тем более она легкая. Ведь у нас сегодня распродажа. Позвольте себе жарить блины с удовольствием, без затрат, без капли масла. А значит, это чистые продукты для вашего здоровья. 999 рублей. Это блинница, подставка, емкость для теста, лопаточка, книга с рецептами и подарок фирменный фартук от бренда Redmond. Звонки бесплатные с любой точки России. Дозвонитесь прямо сейчас и оформите свой заказ. Вот, Ром, очень часто, знаешь, пеку блины, а получается вот такой результат. Абсолютно с тобой согласен. Не зря же появилась эта поговорка. Первый блин всегда комом. Нет, друзья, с блинницы кулинарное волшебство, забудьте об этом. Ведь жарить блины стало действительно волшебно. Легко и просто. Теперь за считанные минуты мы жарим целую кучу вкусных вот блинов. Вот об этом самое мы забудем. Главное, да. Которые не прилипают. Забудем. Ведь наша блинница имеет антипригарное покрытие. А благодаря специальной форме жарочной поверхности тесто распределяется равномерно. Мы, соответственно, получаем всегда тонкие хорошие блины. Но чем дольше тесто в тесте мы держим блиницу, тем блины, соответственно, получаются толще. Но самое главное успеть дозвониться прямо сейчас, потому что у нас распродажа, у нас день бренда Redmond, а это значит, что все закончится в считанные секунды. Таких цен нет, не было и не будет. Дозвонитесь прямо сейчас, позвольте себе жарить блины с удовольствием. Рады приветствовать абонентов Ростелеком на телеканале Shop & Show.
Нас теперь 40 миллионов. Каждую минуту 45 тысяч посылок по всей России едут к нашим клиентам. Присоединяйтесь и вы. Телеканал Shop&Show. Ваш телеканал с душой. Добро пожаловать на территорию проверенного качества и самых выгодных покупок. Рубрика «Кухня» в прямом эфире. У нас в гостях бренд Redmond и распродажа. Лучшие цены сегодня от представителей Марины Оганесян. И подарки. Да, но все-таки подарки отлично, распродажа супер. Но теперь давайте поговорим о том, о чем не может обойтись ни одна кухня. Сколько вы еще будете покупать в магазине фарш? Тот фарш, который непонятный состав, тот фарш, который неизвестно из чего приготовился и как хранился. Друзья, вот вам, пожалуйста, мясорубка, надежный результат, мощностью 800 ватт. Как вы думаете, сколько можно прокрутить фарша за одну минуту? Ну, слушай, я не знаю, мы однажды крутили фарш на своей мясорубке, ну, у нас то, знаешь, эти вот язычки застывали, то все застревало, приходилось разбирать, все расчищать. Это какая-то старая, видимо, мясорубка, потому что таких уже, наверное, не существует. Ну, почему же, так же на кнопку нажимали, ну, конечно, это был не бренд Redmond. Теперь я точно знаю, что нужно выбирать надежный результат. Конечно, надо выбирать инновации, которые бренд Redmond по всему миру продает уже, и им пользуются уже миллионы людей на нашей планете. Да, ну, мы-то сегодня выбираем бренд Redmond по цене распродажи, 2999 рублей – это цена за мясорубку. Но и это еще не все. С каждым заказом мы получаем с вами фирменный фартук от бренда Redmond. Поэтому успевайте дозвониться. Если вы хотите получать надежные результаты на своей кухне, то вы точно пришли по адресу. В гостях у нас бренд Redmond. День бренда у нас, праздник, и все это по цене распродажи. Вот они у нас, две мясорубки, вы видите их перед собой. Два цвета, белоснежный потрясающий пломбир и черный угольный цвет. И все это по цене распродажи 2999 рублей. Давайте зайдем на сайт и посмотрим, сколько стоит мясорубка Redmond на сайте. Ага, 3695 рублей. Но мы же сегодня будем экономить, потому что только на телеканале Shop&Show у нас распродажа. И наша мясорубка Redmond обойдется нам за 2999 рублей. Звоните уже сейчас. Рома! Давай будем разбираться во всех тонкостях. Давай разбираться. Во-первых, мясорубка имеет мощность 800 ватт, имеет очень острые ножи. Пока ты рассказывала там, Лен, я подготовил специально маленький эксперимент. Итак, у меня есть весы. На этих весах сейчас, соответственно, у нас 0 грамм. Я поставил тарелочку, обнулил тару. Обязательно сейчас нам прям покажут. А теперь давайте посмотрим, сколько фарша я смогу прокрутить всего лишь за одну минуту. Вы готовы? Так, ну готовы, всегда готовы. Ну все. Я тогда включаю мясорубку и поехали. Поехали. Минута пошла. Ну что ж, сколько вы сможете сегодня фарша намолоть за одну минуту на вашей мясорубке? Ну, лично я, когда переехала в Москву, я с собой свою мясорубку не привезла. А готовить-то, конечно, хочется вкусненько, по-домашнему. И кручу сейчас на ручной. Знаете, то мужа прошу, отвлекаю его от своих дел, то рука у меня устает. Ну а зачем? Когда есть такая маленькая, компактная, но мощная мясорубка, которая быстро и легко справится со всем фаршем, с любым. Слушай, минута еще не прошла, у нас уже целая гора фарша. Вот этого фарша точно хватит на мою семью на ужин. Конечно, легко и быстро, экономит наше время. Главное, что она маленькая, красивая, компактная. Да, вот такая маленькая помощница по цене распродажи за 2999 рублей уже сегодня намолола нам столько мяса, что мы сможем накормить не только свою семью, но и даже пригласить своих гостей. И все это на ваших глазах. И все это за считанные секунды. Итак, проверяем наши весы. Дамы, я решил остановить процесс, потому что не прошло еще минуты, мне уже некуда складывать фарш. Пожалуйста, покажите, сколько фарша мы накрутили. Вот, почти килограмм. Какой почти килограмм? 2600. 2600. Причем я обнулял тарелку, давайте проверим. Да, тарелка обнулена, 840 грамм она весила. Пожалуйста,
2600 это поменьше минуты. Только представьте, какая мощность. И что самое главное, посмотрите на структуру фарша. Причем мясо я прокручивал разное. Курицу, жирную свинину и жилистую говядину. При этом фарш получается идеальный за счет того, что мощность 800 ватт и цельнометаллические острые стальные ножи, которые с легкостью справляются. При этом обратите внимание, когда мы прокручиваем фарш на старых мясорубках, сок весь выходит. Здесь же сок остался непосредственно в мясе. Соответственно, мы получаем сочные котлеты. Да, сочное воздушное мясо. Именно наш нож, инновационный нож из особого вида стали, который разработан именно Redmond, именно он рубит мясо, понимаешь? Он не выжимает его, не отжимает сок, а именно Леночка, рубит. Дай нам, пожалуйста, тарелочку, я прям хочу Это просто потрясающе. Да, так, где тарелочки у нас? Вот сзади тебя тарелочки. Я хочу просто еще раз переложить. Я, если честно, я думал, что мы где-то порядка полутора килограмм прокрутим. Но мы прокрутили меньше, чем за минуту, 2,5. Итак, ставим тарелочку. Вот 6 лишних грамм убираем. Обратите внимание. Вот 4 грамма тут скачет немножко. Так, ничего страшного. Слушайте, я сразу хочу сказать, что весы тоже от бренда Redmond. Если вы хотите готовить с точностью, тоже можете положить их в свою корзину. Тем более, что у нас сегодня распродажа. Все сегодня товары от бренда Redmond со скидкой феноменальны. Таких цен нет, не было и не будет. Обратите внимание на этот фарш. Насколько он воздушный, насколько он сочный. Добавить туда еще лука, добавить чесночка, добавить туда яичко, разбить, взбить. Ох, котлетки получатся, что надо вам на ужин. При этом вы получаете надежный результат. Именно так называется мясорубка от бренда Redmond. Вот они у нас есть два цвета. Белоснежный пломбир, черный уголь. Какой нравится вам? Вот, например, у нас черная кухня. И, конечно, черный цвет будет отлично смотреться. Хотя и белый контрастный очень тоже смотрится аппетитно. Еще и с флористическим принтом. Больше всего мне нравится, что она компактная. Ведь у меня кухня маленькая, у нас стандартная квартира. И, конечно, большую технику не хочется приобретать. А здесь компактная мясорубка с большой мощностью, которая промелила нам 2 килограмма фарша меньше, чем за одну минуту. Уже куплено 65 мясорубок. Надежный результат. Успейте дозвониться и вы прямо сейчас и оформить свой заказ. Не упустите возможность выбрать сегодня свою мясорубку. Надежный результат по цене распродажи от бренда Redmond и получить подарок фирменный фартук. А, Ром, знаешь, какой у меня вопрос? Да. Уже дачный сезон начинается. В конце дачного сезона бабушка наша всегда готовит закрутки на зиму. Это и перцы, это и горлодеры. Конечно, не хватает мясорубки. Запросто, Лен. Но давай говорить так. Я тебе сейчас покажу все, что может эта мясорубка. Но хочу начать тебе с того, что в нашей комплектации входит специальная насадка для колбаски. И мы можем теперь делать колбаски и купаты самостоятельно. Вот смотри, что я делал. Включаю мясорубку и просто закладываю сюда фарш. Который и буду делать, да, свои домашние колбаски. Ты покупаешь колбасу? Нет, не покупаешь. А не покупаешь, потому что ты не знаешь, что в нее входит. А теперь смотри, вот так вот я выложил фарш. И теперь просто-напросто я делаю домашнюю колбасу, зная, какой там будет состав. Вот так вот. Ну, Рома, знаешь, что я тебе хочу сказать? Вот, и у нас получаются колбаски. Да, на самом деле я не покупаю колбасы, потому что у меня бабушка сама их делает на мясорубке. Вот, поэтому сегодня и вы можете вот так вот сделать домашние колбаски, и это будет прекрасный, экологический, чистый продукт для здоровья вашего и ваших близких. Быстро, легко, а знаете, всегда, когда гости приходят или свои близкие, говоришь, я сделал сам, своими руками, я не покупал в магазине. Это еще более ценно. Да, выбирайте для себя прямо сейчас наш надежный результат. Вот такой результат появится и у вас, потому что мы с вами делаем все своими руками. Ну вот опять прошло меньше минуты, а у нас уже готовая целая большая колбаса. Осталось только ее либо отварить, либо обжарить, и все. Лучше на аэрогриле обжарить. Вот, ну здорово. Поэтому мы сегодня выбираем действительно надежные результаты. Аэрогриль тоже есть у нас в нашей коллекции, поэтому вы можете сегодня получить его по цене распродажи. Итак, внимание, сегодня у нас день бренда Redmond. Сегодня у нас распродажа. Сегодня у нас лучшие надежные результаты по цене распродажи.
Но теперь давайте все-таки смотреть о наших зарубках, на что они способны. Не забывайте, что это 800 ватт. Это бренд Redmond, бренд, который заслужил свое признание по всему миру. Теперь, друзья, внимание, рыбные котлеты. Муж ваш сходил или, не знаю, дети сходили на рыбалку, рыбу принесли, надо сделать котлеты. Теперь делаем так. Включаем мясорубку и прямо с костями толстолобика мы прокручиваем через мясорубку. Вот представьте, нам не нужно боковые кости, ведь эти ножи справятся с легкостью даже с такой рыбой, как толстолобик. Но хотите сделать другие котлеты, пожалуйста. Добавляем треску точно так же с костями. Вы обратите внимание, что я даже не помогаю толкачом. Ваш прокручивается сам за считанные секунды. Слушай, ну а почему даже костеры прокручиваются? Ну, обрати внимание, на самом деле, Рома, здесь просто используются везде металлические соединения. Обрати на качество исполнения данной мясорубки. Она прослужит долго. И более того, у мотора мясорубки есть защита от перегрева. У нас вообще вся техника предусмотрена основана на безопасности наших пользователей, в том числе, и чтобы техника служила дольше, и чтобы легче эксплуатировалась. Поэтому здесь тоже двигатель защищен. Вот посмотрите, ну, теперь да, давайте разбираться дальше. С мясом, с рыбой, с колбасками теперь мы справились. А теперь с легкостью. Для всего для этого нужен соус. Пожалуйста, аджика за несколько секунд. Причем, обратите внимание, я кладу сюда зелень. Любая мясорубка с зеленью не справится, потому что она просто-напросто намотается на шнек. Здесь же у нас сейчас все прокрутится за считанные секунды. Да, посмотрите, это надежный результат, это безопасность, это качество исполнения. И вот зелень, которая бы как бы должна была намотаться на наш вот такой винтик, который внутри, да, есть, он не намотался, а наоборот прорубился весь идеально. А значит, можем и лук туда помещать, и чеснок. Вот это же здорово, когда мы сегодня не режем руками, а просто отправляем в мясорубку. Надежный результат и получаем самый настоящий надежный результат. Все это по цене распродажи 2999 рублей. Дозванивайтесь уже сейчас. Наши мясорубки начинают заканчиваться. Кстати, белый цвет пользуется большей популярностью. Если вам нравится белоснежного цвета мясорубка с изящным дизайном, компактная, небольшая, но надежная, дозванивайтесь прямо сейчас. 1400 рублей. Ваша экономия на сегодня. Но, друзья, давайте поговорим еще об одних домашних колбасах. Допустим, ветчина. Вы все еще покупаете колбасу в магазине? Я вот, например, нет. Потому что я хочу знать, чем я кормлю своих детей. А что добавляется в колбасу, я, честно вам скажу, не знаю. Поэтому предпочитаю делать колбасу или ветчину дома. А как? Ведь все, что нужно сделать. Берем необходимые, любые продукты, которые нам просто хочется. Любое мясо. Добавьте любимые специи, овощи и так далее. Приправьте колбасу тем, что хотите. Нарежьте как вам угодно. Просто-напросто загрузите ветчинницу, упакуйте ее и готовьте. Готовьте свою домашнюю ветчину. Вы всегда будете знать, какой результат вы получаете, как это вкусно. И плюс ко всему, вы поймите, что мясо сейчас стоит гораздо дешевле, чем колбаса. Колбаса стоит по 900 рублей за килограмм бывает. Ну, конечно, а тут мясо... мы получаем здоровый результат. Экологически чистый продукт. Абсолютно с тобой согласен. Вот смотри, купили, допустим, куриную грудку 150 рублей за килограмм. Купили там свинину там 250 рублей за килограмм. Все это порубили, сделали 1,5-2 килограмма настоящей ветчины. 999 рублей. Ваши колбасы самые разнообразные. По вашим рецептам здоровое питание специально для вас от бренда Redmond. Все деликатесы на вашем столе. Осталось только дозвониться и оформить заказ. Но у меня для вас важная информация, дорогие друзья. У нас сегодня распродажи. Минутка внимания. Много желающих обрести такой товар. Много желающих сегодня готовить своими руками и дарить своим близким здоровое питание. Поэтому в нашем колл-центре образовалась очередь. Я вас прошу, наберитесь чуточку терпения. Ожидание на линии абсолютно бесплатное. Не стоит ни копеечки. Дождитесь ответа оператора. Первый освободившийся оператор сразу ответит вам и быстро и легко поможет оформить заказ. Не упустите возможность выбрать для себя лучший бренд от наших друзей бренд Redmond по цене распродажи. Ну а сейчас мы готовы вас поистине удивить. Ребята, расскажите, что это за агрегат такой?
А давайте начну я. Давай, начну давай. Я. Вот давайте говорить так. Я работаю довольно-таки много, как и у нас большинство в нашей стране. Вот я тебе говорю так. 14-15 часов это только работы, плюс еще до дома доехать, а еще что-то нужно готовить и так далее. Я все делаю проще. Закладываю продукты в мультиварку, и мастер-шеф готовит сам. Вот так, как я это сделал сегодня. Внимание на экран. Итак, перед эфиром что я сделал? Заложил все необходимые для моего блюда овощи. Это были картофель, морковь, перец, немного сельдерея, добавил специи, хмели, сунели, соль. Все это перемешал, положил веточку розмарина. Вот, ну не могу я готовить без розмарина. Слушай, ну не затеяли вы рецепт получился. Абсолютно, все очень просто. Добавил потом чуть-чуть капельку воды. Вот буквально немножко. И сверху положил кусок мяса. Большой, так он проварится. Большой. Ли? А вот теперь давай посмотрим. Ведь это мясо будет готовиться в собственном соку. А мастер-шеф готовил все с помощью одной кнопки. Выбрал режим тушения, функция старта и все. А теперь, внимание, друзья, давайте посмотрим на результат. Давайте. Вот это да! Вот он, посмотрите, ого! Вот он кусок мяса, вот он розмарин, который был в мясе. И что самое главное, мясо, я вас уверяю, уже готово, но при этом овощи, обратите внимание на овощи, они сохранили цвет, они сохранили свою яркость, красота. А значит и витамины. Поэтому и блюдо получается яркое. Причем, обратите внимание, что я готовился это без капли масла, а соответственно, это более полезная еда. В собственном соку получается, да? Да, абсолютно главное, верно. Всегда превосходный теперь, результат. Да, абсолютно с вами согласен. Теперь давайте вот так. Слушайте, вот смотрите. А мясо вообще проварилось? Кусок-то был не маленький. Вот, давайте я хочу посмотрим. Сейчас вам показать и нарезать это мясо. Вот, смотри, интересно. Оно с легкостью, даже с вилочки вот так вот сходит. Я вот сюда сейчас подойду, немножко так. Отодвину мастер-шефа. Прости, шеф. А теперь какое смотрите. Какое сочное! Ой, слюнки потекли. Вот оно, посмотрите. Посмотрите, вау, какая это красота. Посмотрите, какое сочное, вкусное мясо. И все это благодаря нашему мастер-шефу. Ведь он готовил сам. Давайте еще отрежу ломтик. Ой, это красота, это просто действительно превосходный результат. Мультимастер, шеф от бренда Redmond. Карбон 2999 рублей, а готовит как самый настоящий мастер-шеф. А что важно, здесь 42 программы приготовления, и из них самые необходимые 16 программ, которые больше всего нужны нашим пользователям по результатам исследований, мы вынесли на панель нашего мастер-шефа. Здесь все необходимые программы. Это варка, жарка на пару, плов. На пару? Да, здесь даже есть программа йогурт. Ты представляешь? И есть даже программа для продвинутых пользователей. Это мультиповар, есть функция мастер-шеф лайт. Но мы сегодня сейчас как раз и покажем, и расскажем более подробно о каждой программе. Вот, например, Рома, ты на какой программе готовил? Я готовил на программе тушения. И это, давай, кстати, покажем. Программа тушения, вот она. Всего лишь нужно было нажать кнопочку, нажать функцию старта, все. И все. Дальше мастер-шеф готовит сам. То есть мы закладываем еду, нажимаем две кнопки, то есть необходимую программу, и все. Вот я выбрал программу тушения и включить. Все. Дальше мастер-шеф работает сам. Он сам готовит блюдо. Слушайте, ну это потрясающе. Вы представляете, я прихожу с работы домой, закладываю, например, картошку, сверху на нашу сеточку закладываю котлетки, закрываю, нажимаю тушение и отправляюсь переодеваться, в душ, смотреть телевизор. Через 20 минут наш ужин готов, потому что бренд Redmond и мультимастер-шеф Карбон приготовил все сам. И сегодня вы получаете полный комплект. Это и чаша, мерный стаканчик, две ложечки, книга рецептов, целых 120. Это фирменные рецепты от производителя бренда Redmond. Ну и, конечно, цена распродажи 2999 рублей. Давайте прямо сейчас сравним с официальным сайтом. Бренд Redmond мы набираем в интернете и заходим на официальный сайт наших друзей. Итак, 4995 рублей. Хотите сегодня потратить 5000 рублей за мультишефа от бренда Redmond? А мы предлагаем вам сэкономить еще больше, потому что прямо сейчас на Shop & Show у нас в честь дня бренда Redmond распродажа 2999 рублей. И мы с вами выбираем здоровое питание. Конечно, здоровое питание, а еще мы выбираем высокие технологии, потому что в нашей мультимастер-шефе уникальная чаша
с инновационным японским покрытием Daikin. Наша чаша многослойная и прослужит долго из-за инновационного покрытия как раз. За ним легко ухаживать, к нему ничего не пригорает. Вот это да, это прекрасно. Ну, давайте посмотрим на результат. Мясо сварилось вместе, протушилось вместе с овощами. Неужели овощи не разварились в кашу? Обратите внимание сейчас, девочки, дам их попробовать. Обратите внимание, что овощи не разварились, они остались такими же яркими. При этом картофель, посмотрите, он остался цельным, при этом он готов. Девочки, посмотрите, разве такой результат не заслуживает вашего внимания? Слушайте, пожалуйста, попробуйте. Вот дегустировать — это мое любимое занятие, на самом деле. Мы знаем, да. Ты любишь. Марин, расскажи нам, пожалуйста, о бренде Redmond. Что это за бренд? Redmond – это международный бренд, производитель высокотехнологичной техники и аксессуаров и гаджетов для дома, для кухни. И более того, у нас более 60 мировых патентов. В 2014 году мы одни из первых ввели умный дом в России. Класс! Поэтому я рекомендую бренд Redmond и рекомендую множество европейских, в том числе, и российских пользователей. Но я тебе так скажу, я как профессиональный шеф раньше не доверял мультиваркам и так далее. Но теперь так скажу, мультиварка реально облегчает жизнь, а мастер-шеф облегчает эту жизнь на кухне дважды. Поэтому я приготовил, заложил продукт, мастер-шеф готовит сам. А теперь давайте посмотрим, на что она способна. Итак, смотрите, вот так вот с легкостью, благодаря специальной насадке, мы можем готовить на пару, пожалуйста, котлеты паровые с овощами. Но это не все, друзья. Обратите внимание, что идет пар, она горячая, а я с легкостью даже голыми руками достаю отсюда. А здесь жаркое по рецепту Елены Шептуновой. Вот так, Лена, вот мой рецепт, быстренько шеф-повар забрал свою копилочку. Нет, Лен, я тебе хотел подоказать, что мастер-шеф приготовит твой рецепт еще вкуснее. Ведь с ним готовить гораздо легче в одно удовольствие. А как ты приготовил суп? Все, что нужно было выбрать один режим супа и отомления. Так. И нажать кнопочку «Старт». Все. Либо суп, если ты готовишь если суп, если готовишь суп, да. Но до супа мы сейчас дойдем. Вот это да. Слушайте, а на мою семью все хватит? У меня 5 человек. Лен, еще и гости приходят. Я предлагаю тебе это проверить. Но для начала давай разберемся. Итак, я тебе скажу так, что здесь очень глубокая чаша объемом 5 литров. Соответственно, 5 хватит литров на большую семью или компанию. При этом готовить тебе станет гораздо проще, ведь все, что нужно, это заложить продукты, и у вас будет, в конце концов, все, что нужно сделать, это, ну, нажать одну кнопку, и он приготовит сам. Выбирайте для себя мультимастера, шефа от бренда Redmond, который сам готовит за вас любой ужин. 5 литров у нас внутри чаша приготовит на всю семью. При этом сегодня у нас распродажа 2999 рублей, а мы готовим сколько? 12 порций? Да, это минимум. Вот тебе, пожалуйста, маленький пример. У нас здесь в соседнем мастер-шефе готовится суп фасолевый. Я хочу, чтобы ты проверил. Он у нас готов. Я его выключил. У нас, смотри, кипит. Слушайте, бурлит. Какой аромат. А теперь, пожалуйста, Лен, тарелочки. Так, будем проверять. Давай так. Я сейчас освобожу здесь тебе немного места, а ты будешь выставлять. Давай. Посмотрим, сколько блюд ты сможешь, соответственно, приготовить. Ну что ж, давайте. Получается, например, тарелочка для мамы. Первая, Тарелочка для папы. Тарелочка для мамы, пожалуйста, мамочка. Это для тебя супчик, угощайся. Вот тебе уже у нас есть одна порция. Итак, раз. Следующую тарелочку, ну, для папы, естественно, конечно. Для папы. Так, прекрасно. Так, для папы. Так, Лен, давай сделаем так. Ты будешь продолжать накладывать, я все-таки буду дальше рассказывать о мастерстве. Давай, я накладываю. Вот, Марин, мне очень понравилась функция, то, что здесь возможно готовить на пару, можно варить, и можно готовить одновременно два блюда. И это очень здорово. А можно даже и три, если постараться. И я это так здоровая делал. Еда. Но давайте заглянем сюда. В следующем мастер-шефе у нас готовится лосось. Причем лосось готовится на пару. Опять же, вот так вот, горячую даже вроде кажется, а с легкостью достаю, смотрите. Вот, у меня готово два полноценных стейка, а внизу готовится отличный овощной гарнир. Ведь это очень удобно. Посмотрите, мы можем готовить в одном мастер-шефе просто с легкостью за считанные секунды. Взяли, вытащили отсюда овощи, вот так вот.
пожалуйста, готовый полноценный обед. Слушай, а ты знаешь что? Я еще люблю готовить вот так на программе макароны. Да, кстати, есть, расскажи да, мне об этой здесь программе. Такая уникальная она программа. Макароны, она вроде простая, но она настолько удобная. Вот ты часто, когда ставишь воду для макарон на плиту, да. ты можешь просто забыть об этой воде, уже придешь, там она уже наполовину выкипела. Здесь же предусмотрена программа. Приятного аппетита. Спасибо. Программой предусмотрено, что когда вода закипит, мультиварка подаст сигнал мастер-шеф. И мы тогда уже закладываем макароны и устанавливаем время, которое необходимо. По умолчанию это 8 минут. Включаем кнопочку старт опять. И наши макароны по готовности, мастер-шеф о них сообщит, что все, ваши макарончики готовы. Это очень удобно. И при этом у тебя в контейнере в пароварке может готовиться рыбка, например, еще дополнительно. Ой, здорово, смотрите. Ну вот я уже, слушайте, наливаю, места нет, ставить некуда. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, и 8. И еще пол кастрюли супа осталось. Вот, ты понимаешь, что благодаря объему этой чаши ты можешь, соответственно, приготовить на большую компанию. Это прекрасно, потому что мы сегодня одним нажатием кнопки готовим на большую компанию, готовим для друзей, готовим для своих близких вкусные, полезные продукты без лишнего масла. Ну и, конечно, не тратим ли свое время драгоценное у плиты, чтобы порадовать близких правильной едой. Итак, 2999 рублей цена. Успейте дозвониться уже сейчас. Но давайте все-таки посмотрим, что мы можем приготовить. Ведь в этом мастер-шефе можно приготовить миллионы вкусных блюд. Хотите супы? Пожалуйста. Хотите каши, крупы? С удовольствием. Хотите тушеные или жареные? Да, пожалуйста, все что угодно. Ведь это настоящий мастер-шеф. Ну, конечно, мастер-шеф сегодня приготовит, испечет, сделает даже вам творог и йогурт. И все это без лишних затрат. Просто выбирайте любимые продукты. Книга рецептов идет в комплекте. Нажимайте на вашу любимую кнопочку, открывайте, а там еще и чаша. Ух ты! Вот это да! Что же это внутри? Подожди, Рома, что ты приготовил сейчас? Вот тебе, пожалуйста! За маленький промежуток времени настоящий хлеб. Причем можно его готовить с легкостью. А если вы хотите, чтобы у вашего хлеба была еще супер хрустящая корочка, сверху поставьте аэрогриль. И он сделает вам отличную корочку. Кстати, он отлично подходит к этой мультиварке. Слушайте, ну это самая настоящая уже хлебопечка у нас такая. Выбирайте для себя и мультиварку, и блиницу. Кстати, срочное сообщение из колл-центра. Выбирают мультипекаря, мультимастера-шефа и выбирают блиницу в одну корзину. Что это значит? Блиницы сегодня – это ваше кулинарное волшебство. За 999 рублей у вас есть возможность испечь блины для себя и так, чтобы первый блин не был комом. Да, но с этой блиницы можно готовить не просто блины, а разные блины. Шоколадные, клубничные, классические, с начинкой и без. Жарьте блинов столько, сколько вам хочется. Ведь посмотрите, какие яркие блины получаются. А благодаря антипригарному покрытию ни один блин у вас никогда не прилипнет. При этом, при всем, плодите блины с припеком. Да, с удовольствием. Готовьте с радостью. Ведь мощность в нашей блиннице 800 ватт. А соответственно, мы готовим гораздо быстрее, не тратя электроэнергию лишнюю, да, и, соответственно, не тратя свое время. Благодаря тому, что здесь специальный объем, позволяет готовить вообще просто с легкостью. Ну, и, конечно, наш мультипекарь, мультимастер, шеф от бренда Redmond готовит все. То есть, получается, Марин, можно не пользоваться ни духовкой, конечно, ни кастрюлями. И духовку, и кастрюли заменяет, и шкафы, и духовые. Ну, давай так, что, во-первых, заменяет плиту, это уже удобно. Взяли, конечно, на дачу, отлично. Заменяет кастрюлю или казан. И хлебопечку, и йогуртницу даже. Можно даже. Да, потому готовить, что да, есть Марин. Специальная программа йогурт. И даже микроволновку. Подождите, вы подогреваете. 18 тысяч рублей мы экономим. Конечно. Вот, а еще есть такие функции, как функция отложенного старта. С вечера заложили продукт, утром встали, не нужно тратить время на приготовление завтрака, ведь каша вот уже готова. Конечно, и при этом или все омлет. Это по цене распродажи 2999 рублей. Ну так, Рома, колись, у нас еще осталась одна мастер-шеф Redmond. Что там внутри? Давай я тебе расскажу. Скажи мне, пожалуйста, какое блюдо готовится дольше всего у тебя? Ну, у меня позы как-то вот. У меня муж любит их стряпать, это же наша национальная бурятская. Бурятское блюдо. Не разбираясь в бурятской кухне, к сожалению, расскажешь, научишь. Но, друзья, когда у меня собирается большая компания, я люблю готовить плов. Это вкусно, это реально вкусно и это очень вкусно. Но при этом занимает массу времени. Стоять, следить и так далее. Но теперь, друзья, внимание.
Вот так вот, с помощью специальной хинкали. Хинкали – это бонус. Ведь пока внизу готовился плов, хинкали на пару. Уважаемые грузины, не ругайтесь на меня, но хинкали на пару тоже очень вкусно. Подождите, позы же можно тоже приготовить, или бузы – это национальная бурятская кухня. А вот он, плов. И посмотрите, мастер-шеф готовил его сам. При этом, посмотрите, рис не разварился. Рис реально рассыпчатый. Знаешь, когда рис разваливается… Каша получается. Да, это, они называют это шауля. А у нас же это реальный плов. И ничего не пригоряло, благодаря именно эмоционному… Причем антипригарному японскому покрытию. То есть это японские еще разработки здесь участвуют? Конечно. Мы выбираем самые лучшие мировые разработки для нашей техники. Ой, посмотрите, какой чесночок получился. Слушайте, вот я чеснок обожаю, когда в плове сделан, он такой вкусный, и совсем не пахнет, такого аромата не оставляет. И главное, есть специальная программа плов. Одна кнопка, выбираем программу плов и включаем, и все, наш плов готов. Но я хочу обратиться к вам, дорогие друзья, те, кто сейчас взял в руки телефон, набрал наш бесплатный номер, а он занят. Не переживайте. Вот самое главное, не бросайте трубку, потому что вы уже на линии. Операторы уже видят ваш звонок. А значит, они прямо сейчас буквально оформят заказ предыдущего нашего покупателя и отправятся сразу к вам. Самое главное, наберитесь чуточку терпения, ведь и звонок, и ожидание на линии абсолютно бесплатно. Вам обязательно достанется мультимастер-шеф Redmond Carbon за 2999 рублей и блин. Кстати, блиниц остается, ребят, всего 100 штук в наличии. Хит продаж сегодняшнего дня. Неудивительно по такой цене. Это неудивительно. Выбирайте, плюс подарки. Выбирайте для себя самого лучшего производителя. Это бренд Redmond. К каждому заказу вы получаете еще и подарок. Фирменный фартук от бренда Redmond. Кстати, я его уже для себя заполучила. А у меня готов хинкали. У меня готов плов. У меня готово все. Для моего обеда. Мастер-шеф на все руки. Мастер-шеф заменит вам вашего личного шеф-повара. Ведь готовить действительно становится в удовольствии, приятно. И что самое главное, не нужно тратить на это время. Всего лишь одно нажатие кнопки с нужной программой, кнопка старта, и все. Мастер-шеф приготовит за вас абсолютно любое блюдо. Даже выпечку, даже йогурт. Но у вас есть ровно 30 минут после окончания эфира, чтобы получить все заказы от бренда Redmond по цене распродажи. С вами был бренд Redmond, наша Марина Оганесян, наш великолепный Роман Степаненко, Елена Шептунова и хинкали. Да, и хинкали.